А теперь подпишись на наш канал. Всем снова здравствуйте, дорогие подписчики, а также зрители нашего канала и гости, соответственно. С вами снова The Dog Father. Мы продолжаем тем временем играть на высоком уровне сложности в кампанию за Македонию в игре Rome Total War. Первая часть серии игр Rome Total War. Что у нас есть? Нас осаждают со всех сторон. Вот Фессалоники осадили, Белозору скоро осадят, я уверен в этом. Поэтому мы немножко людей им туда отправили. Не знаю, справятся они или нет. Неизвестно, кто у него там. Ну, бомжи без футболок, соответственно, это понятно. В прошлой серии мы, кстати, захватили Спарту. Да. Конечно, потери понесли, но не без этого, как говорится. Давайте кавалерию вместе с гоплитами чуть-чуть отправим на подмогу в Фессалоники. Надеюсь, они подоспеют, но вряд ли. У него уже там осадные башни, лестницы, тараны и все прочее. Также мы захватили в прошлой серии Византий город, но, как видите, армия продвигается к нашему городу. Вот, пожалуйста, уже где-то война. Да, это Фессалоники. 610 человек против 918. Наша подмога не успеет подойти. Им еще полгода туда топать и топать. Спартанцы спрашивают, не сколько их, а где они. Знаете, если заменить слово спартанцы на пацаны... Мои пацаны спрашивают, не сколько их, а где они. Можно в пацанский паблик запилить эту цитату. Грустный день для богов. Ой, не говори, сегодня очень грустный день. Ой-ой-ой, нам еще и стены, говорю. Ворота сломали, сволочи, черти, подонки. Приперся он здесь. Ну, он все осадные свои машины, свои осадные орудия бросит и... Ломанется, наверное, в пробитый проход. Походу, у него там шпион сидел в нашем городе. Не походу, а скорее всего, так и было. Шпион сидел и открыл ворота. Вот, пожалуйста. У нас здесь 4 отряда гоплитов, 4 отряда кавалерии. Больше у нас ничего нет. Походу, мы просрем наш город, нашу столицу. Попытаемся что-то сделать, я не знаю. Поставить их у ворот, справятся они или нет, мне неизвестно. Надеюсь, что справятся. Вот прям толпой вот сюда их поставим. Хотя, знаете, давайте лучше по-другому сделаем. Я не знаю, это сработает или нет, но хочу попробовать, всегда хотел. Поставить, значит, один отряд вот, как бы... Слева и справа, то есть такой проход как бы сделать для них. Он будет входить, они будут по бокам тыкать, а один будет вот здесь, собственно, стоять. Давайте второй тоже сюда же поставим. То есть такая ловушка. Со всех сторон их будут херачить, кроме зада. А сзади мы как-нибудь... Блин, кавалерия не получается. А кавалерию давайте мы отведем к ближайшему проходу, то есть... ближайший проем, ворота. И попробуем выехать ими и атаковать врагов сзади, когда он, собственно, отправит всех своих людей в основной проем. Если, конечно, отправит. Да, отправил. Он даже не стал тараны брать, башни. Сразу отправил всех в атаку. Тут еще и башни наши немножко помогает нам и стреляет. Ой-ой-ой, сейчас что начнется? Слишком много его. Там уже битва началась. Наши уже вовсю кого-то убивают. Ух ты! Ух ты! Неплохо, неплохо. Очень даже неплохо. Надо будет запомнить эту формацию и всегда ее стараться применять.
Отлично, прям они там гасят. Даже потерь никаких нет. Он даже не успевает подойти к основному отряду. Их просто там выносят. Нет, одного уже потеряли, еще потери идут. Жалко. Так. Одна группа кавалерии пойдет на военачальника, другая сзади. О, у него уже там бегут. Сейчас самое время ударить ему в задницу. Давайте, ребята. Зажимайте его со всех сторон. Победа! Победа, ребята, это просто эпично. Вот, видите, у нас не так много людей было. Грамотно просто расположили их, и мы победили. Вот не знаю, что бы было, если бы ворота его шпион не открыл. Он наверняка бы послал бы тараны, лестницы, стены. Ой, стены, говорю, башни. И тогда бы наша стратегия не сработала. Это точно. Ой, как хорошо мы его сейчас нагнули. Ой, замечательно просто, я рад. Даже подмога не нужна. Вы посмотрите, сколько мертвых тел здесь лежит. А здесь просто друг на друге они. Ой, молодцы, ребята, я рад. Я очень рад, что вы так быстро с ними справились. Он, наверное, в шоке сейчас стоит, такой думает, что за херня, что это было. Ну-ка, давайте, добивайте всех. Все. Боги милостивы к вам, враги! Героическая победа. 915 убитых. Ну, мы убили 915. Людей осталось 586, а было 610. 28 он убил. То есть у нас потери 28 человек. Вы представляете? 28 человек погибло, когда на нас 900 с чем-то там шло. Добровольное подчинение всегда лучше насильственного. Ну, конечно. Ксенофон. Победа! Ой, замечательно. Ох ты, не сдается. Хочет все-таки еще один. Все-таки Дакия хочет захватить город. Неважно ему какой город, но он хочет его захватить. Прям вот идет и никак не успокоится. Давайте тогда эту подмогу назад вернем. Блин, вот зря их вытащил. Видите, я не знал, что там так легко мы справимся. Если честно, я думал, мы там просрем город. А оказывается, не все так просто. Вернее, оказывается, все намного проще было. Вот, блин, 81 против 321. Я бы, конечно, их сейчас разбил, но не хочу опять заходить. Битву эту самому надо отыгрывать. Эти не доходят. Ладно, потом с ними разберемся, наверное. Да, военачальник просто с ними не справится. А эти тоже не могут. На автобое, я думал. Ладно, пофигу. На них потом с ними разберемся. Давайте лучше наймем пару отрядов и, собственно, потом и разберемся, как положено на автобое. Ну или в следующей серии сами разберемся по-быстрому. Так, Византий нам осадили. Очень жесткие ребята. Не хочет он дружить с нами, хочет воевать. Поселение в осаде, Белозора. Поселение в осаде, Фермон. Поселение в осаде, Византий. Итоги хода. Так, у нас там новый член семьи, Ирина. Сообщение о строительстве, сообщение о наборе. Так, ты приплыл, вот давай поговорить с греком. Не хочет ли он прекратить войну, а взамен выплачивать дань? Постоянную дань. Давайте сделаем 10 ходов, скажем, и 500. Не хочет. Ты кто? Селевкидский дипломат. Мне нужно немедленно поговорить с ними. Информация о карте.
Согласился, смотрите. Сейчас же. Так, а это кто? Понтийское государство? Ну, у селевкидов не сказать, что прям здоровая территория, что-то они сдулись. Готовы. Армения, я вижу, там разрослась. Неплохо так. Готовы. Готовы поднять паруса. Переобучить. Сейчас еще и Брут может приплыть. Вот я не знаю, этот отряд отправить на подмогу. Зараза. Или можно было его, в принципе, отправить на город Аполлония, или как он называется. Он же вывел все войска. Наверняка у него там пусто сейчас. Разменяли бы два города, но я не хочу терять своего правителя. Он жесткий чувак. В принципе, может быть, и мы и без подмоги бы справились. Вот я не знаю. Эта битва неизбежна, но победа... Ждать моего приказа! Копьеносцы, отряды! Ой-ой-ой. Отряды, сгруппироваться! Отряды. Значит, здесь у нас 4 отряда кавалерии, 4 слава отряда гоплитов-ополченцев. Отправьте их в бой! Лишите врага мужества! Сейчас отправим, не переживай. Подкрепление идет. Там у него пельстаты. Раз, два, три, четыре, пять, шесть отрядов копейщиков. 4 отряда пельстатов. Лучники, 6 человек. И охрана полководца. Тяжелая кавалерия. Надо как-то объединить наши войска. Они очень близко там сзади стоят. Я не хочу, чтобы на них напали и разбили. А все к этому как раз таки и идет. Да что вы, давайте быстрее. Пельтасты. С лучниками. Сюда и сюда. Так вы что там? Кавалерия, отойдите немножко. Откройтесь. Здесь. Да, в принципе, мы сможем их объединить, я надеюсь. Давайте сразу военачальника отправим. Он-то порезвей будет, чем эти гоплиты. Пока они дойдут, пока развернутся, такие они неповоротные. Неповоротливые, вернее. Так, быстро, назад. Ах ты сволочь, сука. Давайте давите его. Кого он там отправил? Блин, 2 отряда побежало уже. Нет, один все-таки побежал. Печально. О, вернулись. Ну, слава богу. Конечно, боевой дух у них совсем слабый. Прям не знаю, что с ними делать. Кавалерия здесь. Вместе с военачальником, с правителем нашим. Старый дедушка. 75 ему или сколько лет. Он все. Битвы воюет. Ему уже надо с внуками играть. У внуков у него не так много осталось. Всех поубивали. Детей тоже. Один, по-моему, у него сын остался живой. Один или два. Остальных всех похоронил. Жалко его. Жалко. Так, а с вами что делать? Давайте тоже потихонечку продвигайтесь как-то. Вот сюда. И вы за ними. Стройтесь. Сейчас соединим наши войска. Так, давайте поближе.
и вы вот сюда, между ними встаньте. Стенка на стенку, как в старые добрые времена. А если нападать с двух сторон, блин, мне кажется, это неразумно будет. Просто разобьют наши войска. Мы будем их просто дробить. Поодиночке они слабы. Если бы это была кавалерия, то да. Можно было бы рискнуть и напасть с двух сторон. А так, не думаю, что это хорошая идея. Поэтому лучше их всех объединить. Так, отлично. Давайте в одну группу запихаем. И кавалерия. Кавалерию разобьем опять на две группы. Так, скажем, военачальник. Нет. 18, 18, 23 это одна группа, 33, 45 вторая. Вы, значит, слева, а вы справа встаньте. Так, вы в одну группу. И вы в одну группу. Смотрите, лучники уже стреляют. То есть у них дальность намного выше, чем у пельтастов. Ну, это, конечно, понятно. Логично. Надо будет побольше лучников насоздавать. А пельтастов вообще не нанимать лучше. У них и боезапас меньше, и дальность меньше, и урон, наверное, меньше. Лучники неплохие. Ну, если, конечно, сравнивать их с пельтасами, то они неплохие. Все относительно в нашем мире, как говорил добрый Эйнштейн. Так, вот ты что, напасть решил? Ну-ка, назад. Застрел идет, это хорошо. Кавалерии заходим назад. Будем выбирать такие отряды, легкую пехоту, там застрельщиков или вон военачальника, и давить. Тяжелая конница. Что-то он передумал. А наш тем временем обстреливают их. Это хорошо. Бедняга не знает, как построиться. Да беги уже отсюда, скотина. Напал на нас. Военачальника надо убить обязательно. Это член семьи. Ах ты сволочь, смотри, кинулся. Тяжелая пехота, нет. Да, на легкую, блядь. Так, что у нас тут происходит? Выносят нас. А вы все стоите и смотрите, да? Как военачальник сзади всех выносит. Ну, молодцы. О, побежал. Вражеский полководец убегает. Настоящие вожди вообще так себя не ведут. А во время битвы это и вовсе невероятно. Ничего невероятного здесь нет. Просто он испугался. Инстинкт самосохранения у него хорошо развит. Ну, не сказать, что прям очень хорошо, так бы он не кидался на нас одним отрядом. Ну, инстинкт самосохранения, по крайней мере, вообще у него присутствует, раз он убежал. Не убили мы его, к сожалению.
Блин, что мне теперь-то делать? Стрелки, давайте. Бейте стрелков. Да вы чё, издеваетесь что ли? Куда вы бежите? 32 человека. Две бронзовые галочки. Одна бронзовая атака. Вы чё? Издеваетесь что ли? Ну-ка назад. Неужели не вернуться? Вы чё, смеетесь надо мной? Так, давайте. Вперед. Вернулись? Нет, не вернулись. Нет, вернулись. Собаки, а? Вот же трусливые твари. А те 30 гоплитов, походу, уже все. Никогда не вернутся. 30 человек, целый отряд. Бежит. Они ведь знают, что нам каждый человек дорог, нам нужны люди. Нет, они убегают. Сволочи. Ни любви, ни тоски, ни жалости. Вперед, ребята, вперед, давайте. Давите их. В принципе, у него везде почти легкая пехота. Пару отрядов тяжелых есть. Застрельщиков не осталось, по-моему. Давайте, вперед. Вы тоже на них. А вы на них. Нет, еще есть лучники. Вы давайте вот сюда, на левый фланг. Кавалерия. 120 человек. Офигеть. О, все побежали, отлично. Вражеская армия бежит! Преследуйте их! Гоните их с поля боя! Так, продолжить или завершить битву? Даже не знаю. Добить его, наверное. Смотрите, мы победили, а наши 30 человек до сих пор убегают, сволочи. Даже видно же, что мы побеждаем, там замес идет. Твари, можно было бы их казнить, я бы их казнил. Давайте всех давите. Никакой пощады, пленных не брать. Что вы не можете добить, а? Вот этих давайте. Вы шестерых не могут добить до сих пор. Ой, господи. Ну чё там? Всё разбили, молодцы. Всё отлично. Слава богам! Это победа! Безусловно, дело их. Город отстояли. Они простых смертных. Фермон отстояли. Слава богу. Безоговорочная победа. Нет, все-таки с подкреплением мы справились. Без подкрепления вряд ли бы такое у нас получилось. Хорошо, что недалеко они ушли и помогли нашему правителю в этом непростом сражении. Давайте назад в город и переобучайтесь. Господи, постоянно переобучать кого-то надо, постоянно. Просто битва за битвой. Идет. Все что-то хотят от нас. Все захватывать. Любят наши города. Атаковать.
приказы? Сколько можно уже, а? Вот теперь что мне с Византием и с этим, с Белозорой делать? Жду вашей команды. Посол не может выйти. Приказы? И поговорить с ними. Приказы? Да с ними не о чем, в принципе, разговаривать. 5 отрядов. Готовьтесь к бою! Ну, я думаю, справятся. Почему бы и нет? Всего 5 отрядов у него. И у нас куча гоплитов. Благородная и мужественная музыка укрепляет дух, успокаивает нерешительных и зовет их к величайшим победам. У нас здесь 10 отрядов против 5 его. Нас в 2 раза больше. Сейчас бы нашу тактику применить. То есть поставить у ворот, грубо говоря, 3 отряда. То есть один слева, один справа и один по центру. И давить ублюдка. Но здесь мы нападаем. Так. Тяжелая пехота, стрелки, легковооруженная пехота и еще одна тяжелая. Баланс пока чуть ниже 50% у нас. То есть он... компьютерный интеллект дает ему преимущество. Смотри, он на холм залез. И уже сейчас будут обстреливать нас. Тяжелая пехота. Стрельщики. Так, вы 2 отряда сюда. Вы вот сюда. И вы сюда. На каждый по 2 отряда. Сейчас посмотрим, что будет. Так, стройтесь. Вот, сука, стреляет в нас. Давайте дождемся, когда у него боезапас кончится. Блин, ну он так наших убивает. Блин. Вот зараза. Надо было атаковать его. Что-то я не протупил сейчас. Очень жестко нас что-то обстреливают. Потери большие. Так, установить строй отряда в рассыпную. Ну-ка, давайте в рассыпную. Может, так лучше будет? Блин, почему он не идет на нас? Как быть? Ой-ой-ой! Как наш отряд с военачальником обстреляли жестко. Блин. Мы, по-моему, половину воинов потеряли только что. Впустую вот так вот обстреляли нас. Все, давайте. Давайте тогда вперед, что ли, выдвигаться на него. У него, наверное, не закончится боезапас. Он будет стрелять, пока нас не убьет. Вперед. Господи, уже побежали. В атаку, ребята. Почему они не поменяли формацию?
Ну-ка быстро давайте. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, все, все, проиграли. Твою мать. Если мы проиграем эту битву, мы потеряем город. Вы чё, ребята? Да как так можно вообще? Господи. Он тупо нас расстреливает и всё. Да. Отряды, вперед! Отряды, группироваться! Отряды! Так, что мне делать-то? Еще два отряда вернулись, но мы понесли жесткие потери. Так, давайте сгруппируем опять в одну группу, построим все. Блин. Была бы кавалерия. Че это они так мигают все? Посмотрите, сколько трупов. Ужас. Это все наши. Не уверен, что мы кого-то убили из его отрядов. По-моему, он нас просто наказал. Он еще стоит на выгодном... на выгодной позиции, как бы на холме, и обстреливает неплохо так. То есть увеличивается дальность действия его застрельщиков и лучников. Блин, мы проиграли эту битву. Я не смогу затащить. Я только сейчас подойду, он начнет стрелять, они побегут. Даже до битвы не дойдет. Давайте попробуем окружить, что ли. Да, блин, чё обычная скорость не ставится? Наконец. Отряды, бегом! Давайте отступайте. Кто это? Стрелки. Отряды, сможете затащить? Нет. Каплиты, ополченцы. Сюда. Хотел с тыла зайти отрядом, но не получается. Ну вы чё, ребята, это же лучники. Господи, боже мой. Какие вы ущербные. Вашего полководца не выдержали, и он бежал от врага.
Пять отрядов сосали от одного отряда с лучниками. Круто. То есть этих отправлять на эту армию вообще никакого смысла нет. Если у него один отряд лучников наказал пять отрядов гоплитов, это в рукопашном бою, ну что за бред? Ну ладно, отправим, они сейчас погибнут. Я просто от безысходности отправляю, больше нечего делать. Это поражение. Они даже не добегут. Я же говорил. Какой? Все. Ой, господи. Неужели мы город потеряли? Да. Ну, ублюдок. Ну, сволочь. Готовьтесь к бою! Осаждаем поселение, господин! Поселение в осаде, господин! Я даже не могу ничего прокомментировать. Мы потеряли город, ребята. Вот же ублюдок. Отборные мечники. Фольксмены, боевая группа, лучники. Приказы? Да, я прогадал немного. Содержание 170. Да идите вы в задницу. Приказы? Да, стратег. Короче, всех отправляем. Мой повелитель. Да, обидно. Да, стратег. И еще один город мы потеряем, скорее всего. Вот только сейчас бы не просрать. Только не просрите, ребята. Но раз он нас атакует, он чувствует, что он сильнее. По моему приказу. Вот же сволочь, а. У нас есть кавалерия. Тяжелая конница и легкая конница. Я думаю, затащим. Сейчас мы тебя устроим. Но скотина, вот я прям не... Я, у меня подгорело. Вот же ублюдок. Да давайте стройтесь нормально, уже запарили. Легкая пехота, быстро в атаку. Быстрее, быстрее. Что вы тормозите? Тяжелая пехота, нет. Все, они побежали. Отступайте. Один отряд добейте их, потому что они вернутся наверняка. А вы чё стоите? Вы бейте их в тыл. Ну что вы как... Кто это? Тяжелая пехота, уходите. Вот их бейте. Вот же ублюдок, а?
Вот же сволочь. Подлец. Он хуже грека. Хуже греческих городов он. Я его уничтожу. Давайте вперед быстрее, ребята. Извините, что я вас обзывал. Давайте, давайте. Быстрее, быстрее. Кто это? Стрелки. Один отряд. Быстро, бегом. Выбейте их. Стрелки и стрелки. Два отряда стрелков. Отлично. Давайте догонять. Да что такое? Опять так? Ну как так? Ну что за фигня? Два отряда стрелков разбили конницу, а до этого два отряда, один отряд стрелков разбил пять отрядов гоплитов. Что за у него стрелки такие ярые? Это вообще какой-то нонсенс. Что за фигня? Ну-ка быстро. Да, куда пошел? Ну-ка быстро, быстрее, быстрее. Сейчас он зайдет же в город. Добейте его. Ну, два отряда конников против двух отрядов стрелков. Сейчас что? Не справится? Ну-ка быстро добейте их, скотину такую. Вот же подлец. Ты смотри. Продолжи. Вражеская армия бежит. Преследуйте их. Гоните их с поля боя. Сейчас я ему устрою. Вот этих добивай. Вот так вот. Лежи, сволочь, блядь. В грязи. Капитан. Я фоний. Хер вы знает. Давайте. Догоняйте их. Да догоняйте, быстрее. Ускоренный марш. Идите быстрее сюда. Становитесь. Что у него там? Кто это такие? Легкая пехота, 14 человек. Говно вопрос. Давайте. А это кто такие? Откуда вы взялись? Откуда вы взялись? Твою мать. Давайте их бить. Это тяжелая пехота. Сколько? Два человека, один. Добьем сейчас. Ты смотри, не сдается еще, а сволочь. Один человек там бьется что-то. Это поразительное достижение. Вы одержали полную победу. Лучше даже сказать безоговорочную. Да, безоговорочная. Прям куда бы деться. Мы столько людей потеряли. Мы город потеряли. Нам пришлось возвращать его, еще терять людей. У нас сейчас столица вообще. Там один отряд неполный. Победа! Конница сидит и все. Смотри, грек там на понтийцев нападает. Наша! Надо с ними союз заключить. На данный момент представляется разумным построить в этом поселении. Храм, говорит, строй. Ладно. Белозору отбили, слава богу. Ну, сейчас через пару ходов он опять полный стак приведет сюда своих безбашенных каких-то уродов.
Господи. Стены давай строй нормальные. Хватит с этим чистоколом там сидеть. Вроде везде отбились, кроме Византия. Город. Он же Константинополь. Приказы? Да, стратег. Так, давайте да, вот этих стратег. Уродов добивайте. Атаку! Отлично. Уничтожить их! Славная ладно, победа! Карин, забуритесь и сидите там. Корабли готовы. Да, господин. Блин, корабли надо переобучить. Денег не хватает, давайте сохранимся. Последняя проблема. Да, мой повелитель. Блин, я с тобой да, поговорить не смогу. Сейчас же. Сейчас же. Ладно, подождем. Может, он огребет сейчас. Может, где-то подкрепление у понтийца есть. А вот с ними что делать? О, господи, 4 тарана. Что-то у него слишком много людей. Зил лжец. Кто такой-то? Лидер фракции. 4 командования. Угу. Почему на нас все нападают? Вы вот мне можете это объяснить? Почему у всех враги там 1, 2, 3, там максимум 4 фракции? У меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 фракций воюют с нами, не считая повстанцев. 7. У кого еще столько же врагов есть? По-моему, ни у кого. Ладно, спасибо, что были с нами, дорогие друзья. Подписывайтесь на наш канал, кто еще не подписан. Ставьте лайки, а я с вами прощаюсь. Всем пока.